Останавливайся, 918. Витек. Витек. Садись, садись. Там ребенок. Право принимаем. Останавливаемся, 918. Есть, Витя. Есть. Подожди. Так как есть достаточное основание полагать, что водитель находится в состоянии опьянения алкогольного, по признаку запах алкоголя изо рта, проходите освидетельствование состояния алкогольного опьянения. Будете? Будете проходить? На каком основании? На каком основании то, что вы управляли транспортным средством? При попытке остановки вы не остановились, но начинали скрываться. За вами была погоня. Это видео приложится к материалам дела, как вы убегали и все остальное. На каком основании? На каком основании? На том основании, что от вас... Была остановка. От вас запах алкоголя исходит. Угу. Вы будете проходить освидетельствование? На расстоянии меня чувствовали. Сейчас, в данный момент, будете освидетельствование проходить на состояние алкогольного опьянения? Да не нас меня спрашивают. Спрашивают. Вы будете проходить освидетельствование? Может, я первый раз за рулем, да, действительно, я испугался экипажа. Вас остановили, хорошо, вы испугались. Вы в данный момент, от вас исходит запах алкоголя изо рта. Вы будете проходить освидетельствование или нет? Я отказываюсь. Отказываетесь проходить? Да. Я подтверждаю. Что вы подтверждаете? Я готов пройти освидетельствование. Где? На алкотестере. Здесь, на месте, да? Да, на месте. 0976, видите? Я реально испугался, я не знаю. Чего что... пугаться? Мы за тобой гоняемся. Я тебе я говорю, остановись. Сказать, командир, я не знаю, что за меня должно делать.